Привет! Сегодня речь пойдет, наконец-таки, о самом важном ингредиенте на кухне не только домашней, но и кухне ресторанов. И речь идет именно о бульоне. О бульоне рыбном, о бульоне курином, о бульоне говяжьем и еще о многих других видах бульонов, которые мы сегодня разберем. И все важные моменты приготовления любых бульонов мы разберем как раз-таки на примере куриного, так как это тоже один из самых важных бульонов. Даже, кстати говоря, если вдруг не знали, традиционная русская уха готовилась на бульоне из петуха. Такая интересная информация. И это самый базовый набор продуктов для бульона. Курица, половинка тушки, морковка, стебель сельдерея, белый лук, стебли петрушки и набор специй в виде душистого перца, черного перца, лаврового листа. Это все, что нужно для того, чтобы приготовить хороший и качественный бульон. Главный здесь ингредиент, еще один, которого здесь нет, это время, потому что хороший бульон делается продолжительное количество времени. Начнем мы с подготовки овощей. Для начала возьмем морковь. Внешне морковь выглядит идеально, поэтому ее не обязательно очищать от кожуры, потому что как кожура также будет нести в себе определенный вкус. Мы разрезаем ее вдоль пополам. Стебель сельдерея мы также разрезаем вдоль пополам. И белый лук также вдоль пополам. Теперь, когда мы подготовили все основные продукты, нам остается сделать их вкусными. Мы прижарим их на сухой сковороде до момента подпекания. И это именно тот трюк, который позволяет получить действительно хороший и качественный бульон. Для подпекания овощей я использую стальную сковороду без покрытия. Не добавляя масла, не добавляя ничего, мы просто берем овощи и кладем их на сковороду, буквально прижимая их к поверхности сковороды. В этот момент времени, пока у меня подпекаются овощи, я беру птицу подготовленную. На небольшую кастрюлю, буквально двухлитровую, мне будет достаточно вот этой вот полутуши, которая составляет мне по весу примерно 600 граммов. И здесь на что стоит акцент сделать. Дело в том, что для бульона также хорошо использовать как куриные крылья, так и куриные кастеты, а мы ее сразу кладем в воду. А овощи таким образом у меня почти готовы. Сейчас мы их переворачиваем на другую сторону. Подпекание овощей дает не только хороший золотистый цвет бульону, но и, соответственно, также улучшает его вкусовые характеристики. Этот, конечно, этап можно пропустить, но рекомендую хотя бы хоть раз попробовать приготовить именно с подпеченными овощами ваш бульон. Как только овощи подпеклись со всех сторон, они приобретают фантастический аромат. Ну и выглядит, конечно, не самым аппетитным образом, но, честно вам говорю, это будет очень вкусно. Поэтому мы их сразу снимаем в отдельную емкость. Еще немножко теории относительно соли и того самого миоглобина. Дело в том, что чем больше миоглобина в мясе, тем темнее будет бульон. К примеру, если вы сравните говяжий бульон, он будет всегда темно-коричневый. Это происходит за счет того, что мышцы говядины более насыщены миоглобином, нежели чем мясо птицы. Но хотя у птицы тоже есть определенные части тела, которые какие-то более насыщены миоглобином, какие-то менее. Если мы возьмем куриную ножку, это более рабочие мышца. Значит, бульон из куриных ножек будет более темным, нежели чем бульон из куриных грудок. Тщательно снимаем пенку. И здесь есть еще один важный момент. Не доводите бульон до кипения. 95 градусов, даже 90 градусов достаточно для того, чтобы бульон у вас хорошо томился и, соответственно, настаивался. И в этом тоже есть главная задача. Теперь я могу добавить сюда подпеченные овощи. К сожалению, эти овощи в последующем мы никуда не сможем использовать, так что сразу же рассчитывайте на то, что они в ваш суп не пойдут. Переставляем бульон на самый маленький огонек. Теперь мы сможем выбрать, когда же добавить сюда соль, потому что это тоже имеет значение. Дело в том, что если мы сразу в бульон добавим соль, то бульон станет, конечно, соленым. А соленый бульон начинает впитывать из мяса все соки в себя. Таким образом, бульон сам по себе как жидкость становится более насыщенным, но мясо получается менее вкусным и менее сочным. Однако, если вы посолите бульон ближе к концу приготовления, бульон будет менее насыщенным по вкусам, однако мясо останется более сочным. Поэтому я обычно солю ровным счетом посерединке. То есть, если я варю курицу примерно 2 часа, то через час я добавляю туда соль и добавляю туда специи. Поэтому мы ждем с вами магию кино. И вот по прошествии первого часа времени мы можем добавить уже всю соль. Теперь можем добавить сюда стебли петрушки. И теперь добавляем сюда специи. Специями в данном случае выступает черный перец и перец душистый и лавровый лист. Вы можете просто так их всыпать в бульон, и они там будут плавать, и потом в последующем вам придется их вылавливать. Либо использовать чайный заварник, в котором можно заложить все специи,
и, соответственно, их окунуть туда, либо же использовать такой чайный заварник, либо использовать классический французский саше d'épices, который делается из марли. Теперь моему бульону осталось доготовиться еще примерно 30-40 минут времени, до тех пор, пока еще немного жидкости не усядет, он не станет золотисто-прозрачным и запахи не заполнят вашу кухню. И вот спустя 2 с небольшим часа наш бульон выглядит просто фантастически. Он стал золотистый, наваренный, курочка стала мягкой. И теперь вот есть еще один важный момент о том же, как правильно бульон в последующем охлаждать. Идеально будет, если вы возьмете горячий бульон, вылить его в плоский поддон, лоток, неважно, или даже глубокий противень, и буквально в течение 30 минут он у вас остынет как минимум до комнатной температуры. После этого его можно убрать либо в холодильник, либо даже в морозильник и использовать его в последующем. В нашем же случае мы будем делать немножечко по-другому. Я сразу буду его использовать горячим и сразу его процежу. Но здесь есть еще один важный момент, про который вы должны знать. Дело в том, что если я оставлю остывать бульон вместе с курицей, которая в нем готовилась, то курица будет значительно сочнее, нежели чем если я ее сейчас достану и буду ее разделывать, пока она горячая. А сочнее будет ровно счетом потому, что пока курица горячая, здесь действует то же самое правило, что и со стейками. Внутри нее горячий бульон, и пока она будет лежать горячая без бульона где-нибудь на тарелке, она будет выталкивать из себя все соки. И в последующем, когда она остынет, она будет сухая. Если же вы ее оставите в бульоне, чтобы она там остыла, то она как губка сохранит все соки и бульон в себе. Перекладываю все овощи сюда себе в лоточек. Для процеживания бульона я использую простое мелкое сито. Давайте посмотрим на мой бульон. Каков он получился? Даже в чашке, наверное, его сложно оценить. Я, пожалуй, сразу вылью его себе в красивую плошечку. И посмотрите вы только на его цвет. Он прозрачный, он золотистый, он богат ароматами. И это правильный бульон. Лишний бульон я, конечно же, остужу. И потом в последующем заморожу и буду использовать его еще неоднократно для приготовления своих других кулинарных задач. А с этим супцом мы сейчас разберемся. Соберем себе просто фантастическую, быструю похлебку с использованием этой курицы. Я кладу прям крупные куски мяса. Ну а на декор своего супа я хочу использовать 2 интересных элемента. Зеленый молодой лук, прямо с корешочками. Я его бросаю на разогревшуюся сковороду, в которую я капну немножко масла. И прижариваю его слегка, так, чтобы он стал чуть-чуть золотистый. И на декор я также буду использовать яйцо сувид, которое приготовил, как вы помните уже, из нашего сезона с завтраками по этому принципу. Оно у меня также здесь постояло в горячей воде под крышечкой. И теперь мы можем его изъять сюда на салфетку. Лучок прижарился, и мы его откладываем сюда в сторонку. А сюда выбиваем наше яйцо. Опа! Все, что нам остается сделать, при помощи столовой ложечки отправить в наш суп. На декор кладем сюда наш зеленый лучок. И, пожалуйста, у нас практически японская эстетика подачи. Чуть-чуть черного перца не хватает. Все. Но я не зря затронул японскую эстетику. Рассказывая о бульонах, я не могу не показать вам, как приготовить настоящий японский мисо-суп. Записывайте. Куриный бульон — это все-таки основа европейской кухни. Но в Японии совсем другая история, и это совсем другой гастрономический мир. Соответственно, чтобы его узнать получше, мы с вами приготовим мисо-суп. А чтобы приготовить мисо-суп, нам нужно приготовить основу основ японской кухни — бульон даши. Бульон даши состоит буквально из 3 элементов. Это водоросль комбу и стружка тунца бонита. Для того, чтобы начать приготовление бульона даши, нужно для начала водоросли комбу замочить как минимум на 15 минут в холодной воде, а еще лучше на час. Теперь вместе с водой я их отправляю сюда в сотейник. Видите, водичка тоже окрасилась немножко в зеленый цвет. Добавляем сюда еще немного воды. Если говорить относительно водорослей комбу, то это вообще один из древнейших кулинарных ингредиентов всей японской культуры. Едят они его аж с 6 века. Но только в 1960 году японцы начали экспортировать водоросли комбу по всему миру, таким образом открыв его достояние всем другим желающим. Теперь наша задача максимально деликатно нагревать эти водоросли до тех пор, пока у нас вода почти не закипит. После того, как у нас вода почти дошла до кипения, у нас получился на тот самый ичибан даши. Перед вторым этапом нам нужно эти водоросли отсюда изъять, для того, чтобы они у нас не перезаварились. Соответственно, когда у нас основа вкуса появилась от водорослей комбу, мы всыпаем сюда стружку тунца. Теперь мы приходим ко второй стадии – нибан даши. На медленном огне доводим бульон до кипения, то есть температура у нас выше, чем при заваривании комбу, и даем стружке тунца опуститься на дно
практически как к чайному листу. Теперь, когда водичка закипела, тунец начал оседать на дно, мы можем бульон процедить. Есть еще один важный момент. Мы можем этому бульону дать еще чуть-чуть времени, чтобы он настоялся, добавив сюда обратно водоросль-комбу. Мы процеживаем бульон, и вот какой он цвет у нас имеет. Я понимаю, что для многих заваренные водоросли и заваренный тунец – это, наверное, больше чай, а не бульон, но не спешите делать выводы. Он очень вкусный, а главное, он достаточно полезный. Любой суп – это на самом деле конструктор, у которого есть база. База в данном случае – это бульон. И, соответственно, остальные ингредиенты, которые являются к нему гарниром. Теперь мы, прогрев сковороду, капаем сюда немного кунжутного масла и отправляем сюда грибы шиитаке. А пока грибы прижариваются, я нарежу зеленый лук тонкими перьями. Пока грибы обжариваются, мы с вами приготовим мисо-суп. Берете готовый бульон даши и туда добавляете пасту из ферментированных соевых бобов. Мисо-паста, она же самая. Мы добавляем ее в горячий бульон и при помощи венчика растворяем мисо-пасту в нашем бульоне даши. Грибы солить не обязательно в данном случае, так как сам мисо-суп, он солоноватый. И что мы еще используем, это, конечно же, соевый сыр тофу. Используем вот этот вот красивый брусочек и положим его сюда в центр. Вокруг этого брусочка мы разбросаем здесь грибы, а теперь наш мисо-суп. Используя мелко нарезанный наш зеленый лук, пару капелек кунжутного масла и все. Я считаю, что у нас готов просто фантастический и аутентичный японский мисо-суп с тофу и жареными шиитаке. А вы, друзья, тем временем, теперь как минимум знаете основу аж двух разных культур. Как приготовить европейский стандартный бульон и как приготовить классический японский бульон.